Доброе утро. Вот рыбачу на подпуска на Волге. Погода изумительная. Сначала стоял вон на том берегу, около того берега. Короче, больше 3 часов простоял, ни одной поклевки. Перебрался на другую сторону. Там грязище. Вообще ужас. Трава, палки, мусор какой-то, зеленая трава. А с этой стороны нет ничего, чистенько. Ну, правда, там глубина 13 метров, а здесь 9. Ну, и холод показывает, может быть, рыбка будет. А хотел видео снять про зонтик. Вот. Зонт вот такой приобрел. Для карп рыбалки. С зонтами она рыбачит. Я приспособил в лодку. Солнышко светит, а под зонтиком прямо красота. Прямых лучей нету солнечных. А и в тенечке нормально, ветерок обдувает. Здорово. Он к эхолоту пристроил. И нормально. Так что советую. Тенты очень дорогие. А это если ветер поднялся, раз его сложил. И нормально. Все. Спасибо. Эх, не клюет только.